Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Лимакс, и сегодня мы гуляем в Радмир на КРМПшечке на 8-м сервере, и сейчас я сделаю такой гайдик, как же не облажаться с бумбоксом. Да, многие хотят слушать свои песни любимые в своей машине, любая может быть машина. Не только как у меня Камри, извиняюсь. Любая совсем подойдет машина. Вот смотрите, я покажу вам доказательства. Так. Где у нас радио? Вот, у меня тут, например, такая песня может играть. Либо вот такая. Сейчас все покажу. Это очень просто. Для начала мы должны зайти в наш с вами браузер. Будто то Mozilla Firefox, Яндекс. Любой браузер. Все, раз, два, три. Так, все, мы открыли любую сайт с песнями. Вот, можем, например, скачать. Ну, давайте пару песен. Давайте. Славка скачать. Раз, и давайте тоже его песню. А где у нас тут? Давайте вот так вот скачиваем. Все, теперь мы должны эти файлы. Так вот, дальше мы должны нажать вот сюда, показать в папке. Вот, все, можем пока вместе это окно у нас прикрыть. Ой, так, сейчас. Вот, все. И мы должны с вами открыть у нас наш компьютер. Да, наш компьютер. И вот тут вот найти документы. Вот, документы. Дальше. Radmir KRMP User Files. И вот User Tracks. Все, теперь мы должны из папки, в которую скачали песни, перекинуть вот сюда. Закрываем папку и все, переносимся в рот. Теперь мы должны просто нажать настройки, настройки звука, свое радио, автосканирование в кул поставить и начать сканирование. Ждем, пока месяц сканируются файлы. Так, у нас один файл, поэтому все быстро прошло. И теперь просто включаем радио. И ищем тут эту песню. Так, сейчас. О! Ну и все, как видите, все работает. У нас песня включилась, поэтому гайд сработал. Ну что ж, с вами был я, Лимакс, и всем пока.